мама Белоусова Елена, я учитель математики, работаю в 112-й школе. Увлечение у нас учителей, увлечение профессии – это одно и то же. Очень мало свободного времени. Люблю петь, вот пришла. Все о тебе рассказала, то, что не может забыться, сердце мое отыскала. Белая, белая птица, счастье ты мне обещала. Потенциал ваш раскроется в конкурсе, это однозначно. Очень приятно вас слушать. У вас спасибо. Очень приятный, красивый тембр. И вы хорошо подаете песню. Я вижу, вы работаете в среднеобразовательной школе. Да. А кем работаете? Я учитель математики. Учитель математики. Вот так у нас поют учителя математики, друзья. Говорю, вот смотри, она точно преподаватель музыки, да? Нет. Она учитель... Я не имею музыкального образования, вообще не училась нигде. Мне еще хочется спросить. Вот у вас написано, хочется научиться петь джаз. Очень хочу. Я очень люблю это дело. А что вы слушаете из джаза? Вы знаете, я же учитель, у меня очень мало времени. То есть увлечение и профессия, они, в общем-то, вместе идут. Музыку. Давайте, вот, Розенбаума. Сейчас. Слова. Опьянев от наслаждения, опьянев от наслаждения, а года забыл. Понадобляя старый дом, давно влюбленный в свою юность. Спасибо вам, уже сложилось. Спасибо. Ну, я хочу петь так, чтобы нравилось не только мне, но и другим. А где вы поете? Дома.